В поселке Чернореченский на прошлой неделе ликвидировали крупную коммунальную аварию на канализационных сетях. На участке по улице Советская аварийная бригада работала и недели раньше, однако полностью прочистить систему так и не удалось. Через несколько дней аварийная ситуация возникла вновь. Решено было вскрыть грунт и заменить весь участок. Съемочная группа ТВК «Смит. События». Участок на Советской полностью вскрыли. Оттуда достают остатки лопнувшей керамической трубы. Где же находят и мусор, попавший в систему? Получается, мусор бросили в колодец? Скорее всего, потому что он клатч в целлофане, и в нем бутылки. Они же так просто бутылки не могли прибиться. И все. И плюс был отломан от трубы кусок керамики. Стоял поперек, перегораживал. И со временем накопился этот клатч. Из колодца достают богатый улов – камни. С таким набором канализационные сети промывать бессмысленно. Как все это попало в систему, и гадать не надо. Мы, когда мы принимали участок, крышек не было, полулюки лежали, бетонные, все было провалено. Все камни угольные, там ужас творилось. Вот, сети сами видели, что трубы были заткнуты железными обоймами. Вот. Никто сети не содержал в свое время очень долго. Больше 10 лет длится процедура банкротства. Сети не обслуживались. Сейчас все-таки пришли к соглашению с конкурсным управляющим, что сейчас буквально первые месяцы МУПР Северная взяла их на обслуживание. Дыры решено не латать, а сразу заменить весь участок. Привезли новые пластиковые трубы, крышки на колодцы. Все траты за счет средств предприятия. Это, конечно, убытки, но устранять аварию нужно. Колодцы по поселку стоят полные. На месте работают сразу три бригады МУП «Ир-Северная», а также специалисты из Китимского горводоканала. Это гарантия, что все работы завершат в эти сутки. Закрываем, запаковываем прочно и сразу ложим новую трубу по сети, по трассе. Пока вот этот участок, но я думаю, что в дальнейшем мы дальше будем продолжать. Учитывая общий износ сетей поселка, специалисты районного жилищно-коммунального хозяйства не скрывают, аварийных ситуаций впереди еще много, как на системе водоотведения, так и водоснабжения. Предприятие «Северное» сейчас фактически работает на поселок Чернореченский.